И, как говорится, всем чипс, господа, сегодня будем смотреть что-то новое и необычное для нас, а именно Сидельникова, поэтому перед началом попрошу тебя поставить лайк, подписаться на мой канал, а также залетай в мою телегу по ссылке в описании, пиши комментарии, а мы с вами полетели смотреть лето в деревне, а обычный день из детства. Гоу! Впервые такое смотрю, но можно вот это вот убрать? Спасибо. Понятно. Ничего не понятно лично мне. Какой-то сюжет был. О, нагрелась. Мам, а ты зачем подушки вытащила? Ну как зачем? Что все бациллы на жаре подохли. За год знаешь, сколько накопилось? Ну понятно. Что-то, конечно, Я извиняюсь, я первый раз его смотрю, но у меня как-то мимика его немного, ну, подвешивает. Вот и сегодня. Переменчивая. Так. Бог помощь, Галинка! Денег нет! Галина Владимировна, я что по-вашему, только за деньгами прихожу, что ли? А, так вот какого вы обо мне мнение! Блять, это какой-то типичный российский сериал, но вот это, Россия 1, Россия 2, блять. Понятно! Так, Иван, давай говори, что хотел. У меня вон дел выше крыши. Пока жара стоит, нужно столько дел переделать. Займешь 500 рублей? От похмелья умираю! Так пошел вон отсюда! Бессердечная ты, Галя! Давай, давай! Шуру, я сказала! Вот я помру и к тебе во сне приду, и все! Ага! Ну это, как умирать будешь, предупреди! Ты посмотри, что! Как не стыдно! Ну, мам, неплохо покажешь. А ты это, у Витька тоже подушку уже забрала? Да нет, конечно! Он же спит еще! Ну, конечно, спит! Он же в 4:30 домой вернулся! Как в 4:30? Ну вот так. В 11:26 он сбежал из дома через окно. А ровно в 4:30 обратно залез. Ну, через окно в спальне. И лег спать, как будто его никто не видел. А я видел. Да ты чё? Да, так и было, мам. Вот паразит, значит. Мать, сыночек, значит, с 8 утра вкалывает. А у нас получше шляется, а потом дрыхнет до обеда. Ну, получается, что так. Сейчас я. Или это не надо было говорить? Ты посмотри. Знаете что, я сейчас буквально смотрю сериал под названием «Детство Шелдона». Всем привет, кто смотрит реакцию. Ебать голос, охуеть, блять, вот это да. Вот это нихуя себе. И вот тут мимика почти такая же, как в том сериале, короче. Ну, спи, спи, сыночек. Угу. Ах ты, паразит какой! Ах, значит, встань, да, ах ты какой! Да, да я никуда не ходил! Уходи! Да я никуда... Вот пока ковер не постираешь, никуда из дома не выйдешь! Нет, ты посмотри, моду взял! По ночам из дома сбегать! Будет тебе и речка, и все! Блин! Вот откуда она узнала? О, кому хорошо. Мелкий, давай признавайся. Ты меня сдал. О том, что ты пришел ночью в 4:30 утра? Конечно, не я. Понятно. Так, надо перетерпеть. Ладно, реклама была, кстати говоря. Ебать, посмотри, это же чисто вылитый орех, бля. Я сначала думаю, чё? Вселенная схлопнулась, что ли? Витёк, погнали на пруд с нами! Не, пацаны, я никуда не пойду. А чё? Да меня вон, мелкий, перед родаками спалил. И теперь я пока этот ковер не постираю, никуда не пойду. А с чего спалил-то? Да я, пацаны, вчера... ночью из дома сбежал. Куда? Да к Маринке. Секс был! Чё, Витёк, реально? Подожди, а это не тот тип, который играет какую-то, типа, училку в ТикТоке, нет? Очень похож на него, кстати. Ой, рассказывай! Ну, слушайте. Ну-ка, ну-ка.
Не надо. Кстати, из нововведений, смотрите, как я научился делать. Оп. Ха-ха. Видали, как могу? Смотрите за моей мышкой. Красота. Прям в прямом эфире. Привет, Марин. Привет. Чё припёрся? Марин, да. Тебя увидеть. Пошёл нахуй. Это Schoolboy в реал лайф. Съебаться из дома. Ну да, только тут мать спалила. Если моя мама тебя увидит, у меня будет месяц каторжных работ. Чё пришёл-то? А, да я подарок тебе принёс. Подарок? Давай показывай. Вот чупа-чуп, смотри. Так. Тут у меня, смотри, жвачки, как ты любишь, Лавыз. Вот, вот. Лавыз? Мои любимые. А это вот браслет на руку. А чё? Да в каком году вообще все происходит? Это браслет. А, или это просто деревня, да, в деревне-то свои года. Он такой, это, съедобный, это конфеты. Конфеты? Маринка — это местная давалка, я так понимаю. Mm-hmm. Которая за конфетки готовы рогатку раздвинуть. Вкусно. А, Марин, еще у меня вот подарок. Вот. Блять, походу это старые года, потому что тамагочи — это, ну, такая тема, такая старенькая. Тамагочи? Спасибо, мой, как раз сегодня сдох. Ладно, вставай до завтра, пока не спалили его. Вот лет 10 назад было популярно. Ну, короче, вот... Как-то так. Витёк, да ты влюбился? Ничего я не влюбился. Пацаны, а вы посмотрите, какой клип я крутой нашел. Блядь. Такие тусы в деревнях реально происходят. Смотрите наш клип «Какули» в разделе «Да понятно, видео. Я видел». Нет, шучу, не видел. Смотри, даже... Во, даже кабан. Фу, духотины. О, здравствуйте, ребятки. О, здравствуйте, тетя Галь. А вы отпустите его на пруд? Кого? Этого вруна? Нет. Пока все дела по дому не переделает, никуда не пойдет. А если мы ему поможем, вы его отпустите? Вот поможете, а там поговорим. Yes! Давайте, пацаны. Давай. Духота. Володь, тебе еще долго? А то это, смородину надо собирать, пока птицы не облупили ее. Галь, да тут темный лес этой травы, блин. А я тебе говорила, Володечка, что еще на прошлой неделе нужно было скосить. Нахуй. Пацаны, мы с ней пойдем в понедельник гулять. Пожелайте удачи. Удачи, 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 Аббас, удачи обязательно. Ты мне что сказал? Ой, не начинай давай. Угу. Так я не поняла, а что ты этой косой-то старой косишь? А где твой триммер, который я тебе на юбилей подарила? Так я его это, Викторовичу дал на прошлых выходных. Ой, это отсылка какая-то по-любому, да? Вот ты молодец, Володечка. А чё сразу не Петровичу, чтоб вообще нам про триммер забыть? Ничего не знаю, звони Викторовичу, пускай возвращает. Сейчас позвоню. Фу. О! А вы чё, ребят, управились уже, что ли? Да. Мам, можно нам на речку? Нет, конечно. У меня вон целый куст смородины не обобран. Так что, если хотите на речку, берем ведра... И вперед. Купайся, сыночек. Давайте, давайте. Пацаны, ладно. Ладно. Ставьте лайк, если вы в детстве тоже купались в баке, в покрышке от Белаза, ну или в ванне. Вау! Блять, самый кринжовый перс, если честно. Я прям что-то не могу с него. Алло, Викторич, здорово. О, Николай! Бля, ну... реально отсылка, нахуй, так и думал. Здорово! Ты там что делаешь? А, да чё? Галька вон припахала траву кашу. Викторич, лето в этом году вообще не вижу. Да какое лето, Володь? Мне вон тоже Наташка запилила с этими посадками. Ну? Но... Целый день колорадского жука собирал, а сегодня вон помидоры посынковать заставила. Ну понял. А это, слушай, чё? А траву ты уже покосил? О, давно уже покосил, Володь. Значит, ему это, триммер не нужен? Какой триммер? Ну, так это оранжевый такой. Я ж тебе его на этот, на прошлой неделе. Володь, ты что-то путаешь. Все, давай. Триммер — это что-то для пизды, типа, ну, вот это, бритье, да, или что это? Алло, алло. Наташ, звони Ленке, говори, чтобы отдавали триммер. Этот вспомнил. Скажи, что сделка отменяется. Блин, Кирилл, ты не наглей! В
вкусно, гаду? Мы забираем, а он жрет стоит. Ты бы это хотя бы вон с куста ел. Мы тогда вечера эту баклажку не соберем. Да я есть хочу. Иди домой, вот там и поешь. Да не пойду. Если я пойду домой, меня мамка сразу загонит. Да все, пацаны, хватит. Пошли. Все собрали. Мам, мы все собрали, вон. Можно уже идти? Куда? Ну как куда? На речку. Ты же сказала, как вот мы ковер постираем, смородину соберем, можно идти. Ага. А дрова кто пилить будет? Я? Блять, это мать пилить их будет, видимо, до конца дня. Так и не сходит гулять. Пойдем. Уже и вечер скоро. Какие. Мам, мы все сделали. Можно мы уже на речку пойдем? Ладно. Можно на речку. О. Но сначала давайте бегом в магазин. Блять. Возьмите вот молока, сыворотки, огурцы, яйца и колбасу. Вечером окрошку буду делать. Держи деньги. 50 рублей, блять. Ну хотя, в принципе, да, раньше на 50 рублей можно было купить. А мне газировку! Да, и младшенькому газировку возьми. Ладно, кидай, пацаны. Пойдем. Бомба. Да что ты? Да... Эту тему, кстати, я не помню. Нет. Да давай пойдем. Пацаны, привет! Здорово! Здорово! Ты чё, фишки играете? А чё, не видно? Все выйду. Фу, пошёл нахуй. На следующем поинтовом задоначу 500 на косплейский биде туалета. Будь готов. Блять, это мне чё, у Руслана декорации брать надо? Ну я, блять, не представляю, типа, ну, где реально эту хуйню? Ободок, блять, от туалета, это весь косплей? Или что? Типы, ну вразумитесь нахуй. Будете с нами? Да, будем. Так мы это, на деньги играем. Витёк, дай денег. Чё, дурак, чтоб ты их проиграл? Да я по фишкам мастер. Сейчас отыграемся и возьмем пиво на речку пить. Пей, вот тут ровно, вот тут ровно. Опа. Кучей, кучей. Да. Кирилл, он всю хочет побить. А ты чё дуешь ты? Четыре, четыре. Две не выбил, четыре. Две не выбил, две не выбил. Ваша, ваша, две. Бейте. Упало, не считается, перебив, перебив, перебивай, перебивай. Сколько нужно задонить, чтобы ты сидел с унитазом на столе и крышкой на лице? Блять. Блять. Чермиллиона, чермиллиона. Я тебе куда тут нахуй унитаз поставлю? Он перебивает. Тут у меня места нету для него. Есть, 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 молодец, молодец. Сейчас пиво вытяну. Короче, давай на все редкую ставлю. Ну, если не засали, конечно. Здорово, Ланыч. Давай. Сань, ты дурак, что ли? Сань, ты дурак, мы сейчас проиграем. Блять, они специально, смотри, мухлюют. Проебали, да? Да. Зашибись, блин. Мастер хренов! Да у них гнутые были! Если бы они гнутые не были, мы бы выиграли. Да конечно, выиграл, блин. Что теперь делать? Да что сейчас? Может, отыграемся завтра, блин? Пошли! Вместо микрофона, а микрофон из унитаза вытянуть и говорить в унитаз, блядь. Иди, Шикаша, пиши, пожалуйста. Пошел нахуй. Давайте Спанч Баба смотреть один разочек, и сразу 1 миллион онлайн будет. А это АПшная хуйня, его хуй посмотришь, чувак. Руслан, самый ты лох ебаный, и я не Аббас, я Аббас. Забулили тебя и ливнул из сабов. Понял меня, ты, Руслан Гладенко. Ебать у него голос, блядь. А чё? Кстати, у Аббаса в реал-лайфе такой же. Я бы на твоем месте его боялся.
Не поняла. А где молоко с сывороткой? Мама, а ее не было. А где моя газировка? Тоже не было. Ее тоже не было? Да. Как это не было? Мам, там вообще-то всегда очень много газировки. Мам, давай мы быстро к тете Ларисе сбегаем за сывороткой, да за молоком. Тетя Лариса, блин, в соседней деревне живет. Не надо было в фишки играть. Фишки? Шишки. Это он шишки говорит, что ну, мы на обратном пути пойдем, возьмем пощелкать. Ладно. Ладно, стойте. Сейчас позвоню. Не, пацаны, не домой. Меня мама звала. А где? Это типа оставшиеся бабки? Они купили колбасу и огурец? Я Абаса на бутылку садил. Абас, блядь, ты слышишь, что тут Руслан Гладенко как он как-то, блядь, разговаривает криво? Надо разобраться, по-моему. Дорогие телезрители, добрый вечер. И мы начинаем лечебный сеанс. Ставим перед экранами воду. Почему не Малышева, я не понял, блядь? Не по канону. И начинаем ее заряжать. Берем. Ну, кстати, в таких бутылках обычно самогон находится. Такие вот движения. Ну, и начинаем плавное движение. На недельку хватит. Концентрируем наш взгляд на нашем воздухе. Заряжаем ее. Заряжаем. И теперь мы вот эту воду пьем назад. Да, алло. Ларис, привет, ну. Это, слушай, что, а у тебя есть баночка молока? А, так нет, еще не доила, сейчас пойду. А что ты там делаешь? А, это так я это, воду заряжаю. В смысле заряжаешь? От электричества, что ли? Да ты что, думаешь, я дура совсем, что ли? Конечно же нет. Кого ты там на бутылку садил, дед ебаный? Кроме своего хуя-нихуя не видишь. Так, пошла заруба. Ждем ответку от Гладенко. Пизд разряжаю. Повторяй за этим челиком. Ну ладно. Давай. Тарис, слушай, что? Я к тебе сейчас отправлю старшего. Налей, пожалуйста, ему баночку молока и баклажку сыворотки, хорошо? Ага. Ага, да, поняла. Да. Ну пусть идет. Заряжаем. Давай. Да. И теперь мы вот эту воду пьем 3 раза в день. Так, давайте идите к тете Ларисе, возьмете банку молока и сыворотку не забудьте. А деньги? Какие деньги? У вас же сдача осталась. Или ты их потратил? Бля. Нет, не потратили. Ладно, мы пойдем. Давай, разбей его. Ты быстрее. Вот это осуждаю, кстати. Так куда ж ты так тарабанишь-то, а? Здрасте. Вам это, мама звонила, мы за молоком и сывороткой. Да знаю я, вон даже уже в бутылку налила. Вы же барыки не возвращаете никогда? Это, только мы, похоже, деньги потеряли по дороге. Ой, как? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, ну давайте там, поможете мне там чуть-чуть. А маме скажете, что баба Лариса угостила вас. Давай. Мы согласны, давайте, спасибо. Вот это работяги, конечно, да. Ой, молодцы какие. Да. За бутылку молока и так работать, а? Мы это... Все, баба Ларис, можно мы пойдем? Куда? Еще надо сорняк подергать. Я уже утром сорняк подергал. Айда за мной. Давай. Пойди, пошли, похожу. Раньше у меня бабки кончились. Передай этому деду, что мне его Ксюша не уперлась. Я понял. Жесть. Ой, господи. Ну, в принципе... Иди на Твиче, сам ему это пиши. Ты вот мой участок, вот до лесу, 3 гектара. Надо по сорняку пройтись, а то завтра пахать приедут. Как пахать, если... Зачем мы там тогда копали, если завтра пахать будут? Как зачем? Ля,
чтоб баба Ларис платила меньше. Давайте быстрее. Сейчас быстрее управитесь, быстрее бутылки заберете. Давай. Ебать. А где шишки? Какие шишки? Какие шишки? А ты чё такой чумазый? А с этим чё? Мам, у него это... режим, он отдыхает. Ну ладно. Вы такие чумазые. Шируйте вон на речку, хоть искупайтесь. Ага. Ну, наконец-то. 37 километров. Знаешь что, Витёк? Братан, иди ты со своей речкой. Как-то он, блядь, поздно оклемался на самом деле. Чё ж дошёл сюда? Ну чё, раз ты никуда не идёшь, тем более вон, грязный какой. Пойдём, в подполе поможешь убраться. Вот и искупались. Вау! Давай честно, тебе понравился видос? Сейчас скажу. А, ну уже конец, типа. Ну, на самом деле, типа, если сравнивать с каким-нибудь батьком, то вообще как-то не вкатило. Да и мне говорили о том, что было раньше лучше, и сейчас как-то... Ну, это типа на уровне нормис, но такого типа, чтобы прям какие-то жесткие шутки тут были, такого прям чтобы нету. Это просто проходняк на самом деле. Не знаю, мне не особо вкатило. Как бы слабовато. Может, ролик такой, может, что-то не знаю, но такое. Вот. Батёк пока что в моих глазах, конечно, лучше. Вот. Ну, а так, спасибо, если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, телегу залетай, комментарии пишите, ребята, и всем спасибо, всем чипс.